сняли с Билайна один раз. Да? Много? 300 рублей. Ты Билайн вырубил? Я вырубила его сразу. Не забыть, нафиг он не нужен. Я еще думаю, что у меня за границей постоянно до этого, помнишь, какая-то фигня. Я поэтому приезжаю, сразу отрубаю. Обновление какое-нибудь увидит, там, знаешь, где-нибудь появится, все, пошел грузить по-быстрому. А это как раз и есть. Они вот и живут вот эти вот обновления. Так они специально так сделали. Они, любое обновление, ты какое оно врубается, они, вы пошли использовать интернет. Ну да, 200 конечно. 200 рублей, ты понял, мегабайт, сутки, да? Да. Там, какой 200 рублей сутки там? Нет, ты вот финны написали в прошлый раз у меня вот это. Вы начали использовать, там вам дают. Там не 200, 300 вообще-то рублей, 290. Обновление там 500-600 мегабайт. Ну, я же тебе говорю, 40. Вот считай, вот 400 мегабайт там, это уже три штуки. У меня были деньги же, смотрю, мне опять это 100 рублей осталось, что за бред. А, я смотрю, они мне стали снимать, загружать, я же тогда сразу купила, как купила. Ты пока до этого дошла, несколько лет прошло. Нет. Я сразу, видишь, тебе говорю, надо сразу. Нет, сразу это в прошлый раз, я просто не успела выключить, когда туда приехали, я сразу вырубила потом. Да. А это-то я сразу поставила на телефон. Дайте обновление. Надо вообще, если по идее честным быть, надо, вот ты заезжаешь, например, в какую-то страну, перед этим тебя должны предупреждать, что телефоны перезагружаются, если вы не хотите тратить свои деньги. Так и должно быть, да, потому что это реально. Да, ставьте на авиарежим и все, конечно. А то, ну, если уж человек не поставил, то это уже его проблема. Так просто так 200 рублей снял с миллиона человек, ага. Сколько людей летает. Да, вот да, тебе, пожалуйста. Не надо ходить и пахать, зарабатывать деньги. Вот. Так на мобильные они вообще не пашут. Они на все да. Функции сами подключают, хайвеи какие-то там, что-то у меня фигня вечно. Зашла в личный кабинет, у меня херня какая-то подключена, за которую в месяц у меня снимали, получается, 400 рублей. А я думаю, куда деньги деваются, блин? Я ее выключаю, они мне пишут, все ваши баллы сгорят. Да их пошли вы нахер, мне эти баллы, что они мне дают эти баллы? Я ее вырубил. Так ты что думаешь, она через три дня опять автоматом включилась? Не, ну тогда она туда позвонит. Пока я скажешь... этим дебилом не нашла, там и не позвонила, я говорю, какого хера вы мне эту опять фигню эту включили? Полгода у меня снималась эта параша, блин, которой я не пользуюсь. Да. Ой, мы не знаем, же не следишь. Как у вас автоматом это могло включиться. Нет, я сама зашла, слышу, включила. Понятно, что они все делают очень хитро. Ну, конечно. Они включили автоматом это подключение. Те, с которыми ты разговариваешь, они просто отвечают тебе на вопросы. А те, кто подключает, ты с ними никак конечно, не разговариваешь. Конечно, но это техническая всякая. Это конечно, да. А это просто тупые операторы сидят, которые... А операторы, они и знать, им никто об этом не говорит. Они даже могут и не знать об этом. Да. Чем? Поэтому ну, получается, я что... Я включила еще раз, и пока вот эта фигня, я буду сейчас жаловаться буду. И они ничего не было больше. Ну, не включали. Ну, полгода себя поснимали просто так, ни да, за что. А потом еще прикол. Все, что приходит, какая-нибудь фигня, зайдите и уйдите со своего тарифа на другой. У меня это безлимитный интернет. А безлимитного уже нет. Зайдите, перейдите на другой тариф, более выгодный, чем ваш. Захожу, смотрю, тариф, значит. Куда они мне предлагают уйти, слушай, получается еще платить дороже, интернета еще меньше, там вообще в 10 раз, наверное, так-то у меня безлимитный. Но они-то предлагают не именно тебе, они просто делают рассылку на, там сколько у них абонентов, миллион, нет, вот они миллион делают рассылку. Нет, счет, нет, но я тебе вообще говорю, что... Они говорят, перейдите с этого тарифа правильно, на другой, они... автоматом меня в Билайн этот кабинет кидают, понял? Ну да, так, а я ты случайно просто... нажала раз вот, и все. Вот так, а ты так не делай, ты просто ты не писал тебе смс-ку, просто я не читаю все. Не надо в нее заходить, я вообще никуда не захожу. Нет, не будешь. Я понял. Когда если ты... заканчивается интернет, автоматом вылазит Билайн. Я понял. Где пополнять счет? Так у тебя же безлимитка. Пополнять счет. Ну, денег нет, а оплатить абонентскую, да? Пополняйте счет, и автоматом не выходит. И там так хитро сделано, перейдите с этого тарифа на другой, понимаешь? Если ты долбоеб, ты взял автоматом, не прочитав, возьмешь, кликнешь, все, ты перешел автоматом. Они тебя раз и с этого тарифа убрали, а теперь платите за, ну ты понял, абонентскую свою плату. Хитрожопы еще те.
смотри, мы в 11 выехали, да? Сейчас же больше. Почему? Нет, мы выехали в 11 часов. Я посмотрел, мы отъехали от магазина ровно в 11. Не, ну какая разница, мы уже здесь рядышком, здесь ехать, то есть пару километров. Час, нет, 2 часа мы едем. Ну просто мы, извините, сегодня... Да это понятно. Классно, если просто все спортсмены сами бы просто стали отказываться. А, ты видел, что сегодня в новостях? Нет. Короче, сегодня сказали, что кто-то обвинил, я так понимаю, ВАД обвинил, или этот, которого сейчас скрывается в Америке, кто по делу. Ну, я понял. Что типа в курсе. Родченко. Да, он был в курсе от того, что у нас творится с этими допингами, да? Ну, в нашей версии. Но он как бы это все скрывал и поддерживал. Хорошо. Если Путин был в курсе, так почему они не предъявят на каждого нашего спортсмена доказательства? То есть это... Ответ пошел. Ну. Видите, доказательства? Нет доказательств. Конечно. Так вот, теперь другая какая-то эта, ну, которая тоже подобна. Она объявила официально, да, о том, что...